Всем привет! Сейчас у меня раннее утро 5 сентября. На часах около 7 утра, и я поехала прокатиться. Сейчас не жарко, даже я сказала бы прохладненько. Это самое то, народу еще нет, поэтому кататься будет одно наслаждение. А поедем мы с вами в сторону Дмитриевской дамбы. Озерко. Как ни странно, народ уже вовсю едет на работу. Немало народу в трамвае, немало в маршрутках. Знаете, насколько хорошо дышится? Вот просто невероятно. Самая комфортная погода. Солнце у нас встает в 5:50 утра. Здесь у нас начинаются границы центрального округа Краснодара. Здесь вроде бы администрация. Всегда очень ухоженно, посажены розы. Днем, вечером здесь уже огромные толпы ходят, и кататься немножечко проблематично. А сейчас я буду проезжать Вишняковский рынок. Здесь пока все закрыто и тихо, и спокойно. Давно я не вставала так рано, но подумала, что нужно все-таки насладиться ранним кубанским утром. Слева я проезжаю Вишняковский сквер. И сейчас буду переезжать дорогу под железнодорожным мостом.
уже практически подъехала к стадиону Кубань. Здесь справа центр плавания, а стадион чуть подальше. Представляете, какая сейчас свежесть. Вот настолько легко дышится, так приятно. Господи, почему такая погода не может быть днем? Я видела, что здесь, в этом как скверике, достаточно часто занимаются спортом люди. Бегают в основном, делают разминки какие-то. Вокруг вот как раз Дмитриевской дамбы. Ближе к 8 часам город заметно ожил. Я уже увидела, как идут в школу школьники, студенты на пары. И гораздо больше транспорта начало ходить. Город становится шумнее. Солнце уже поднялось и уже тепло очень на улице. Прекрасное утро.
сейчас ко мне подошел мужчина, и он говорит: ну вы же в интернете сидите, вот вы заснимите, что вот здесь не косят камыши. По берегу вот здесь, на этой стороне, все нормально, а вот дальше, там где скамейки, там с детьми невозможно ходить, в жару там пахнет. Ну честно, да, Дмитриевскую дамбу стоило бы как-то облагородить, не знаю, положить асфальт, сделать нормальные лавочки. Вот там позади есть небольшой скверик, там есть лавки, мусорки, но это лишь маленький кусок. Но хотелось бы, чтобы вся территория была как-то облагорожена. Вот здесь, как вы видите, скошено. Сейчас пройдусь, посмотрю. Мужчина говорит, как будто взяли, немножко скосили и дальше бросили. Дмитриевская дамба – одно из любимых моих мест в Краснодаре. И, конечно, хотелось бы, чтобы как-то было больше облагорожено. А где лавки-то? Ничего не пойму. Раньше здесь стояли лавки. Неужели их убирают? Странно, так вроде лето. А ну вот, есть лавочки, но как-то мало их. Вот на таких вот бетонных совсем некомфортно сидеть. Посмотрите сами, как вы считаете, это вот нормальное состояние лавок? Какие-то гвозди торчат. Непонятно немножечко позиция нашего обустройства города Краснодар. В городах таких мест должно быть больше. Вот, вот про эти камыши говорил мужчина. Ну, заросли, ну правда заросли. Представьте, если бы их скосили, да, какой бы вид открылся бы. Обзор был бы намного красивее. Это у нас остановка Дмитриевская дамба.
вы понимаете, велодорожек даже в Краснодаре практически нет нигде. Разве что на центральной улице в некоторых местах. Мое утречко сегодняшнего дня.